ходить. Ни хрена там, что-то я не помню, чтобы у нас было столько ульев. Что-то мне кажется, нам весной нам придет полный П. Ё-моё, у нас уже скоро зима тут. Зима близко. Да, winter is coming. Чего я сервер не вижу? Давайте я всех приглашу тогда. Это мне не поможет. Посмотреть игры. Тунстар не отвечает. А я нашел сервер. Окей. Все, и я этот сервер нашел. Мне дровосек не отвечает. Я пытаюсь посоединиться. Ой, у меня же кот и енот здесь есть. Никому не сообщайте свой пароль. Кот и енот. Ах, да. Черт, сейчас. Так, так у нас... Бывает... Что здесь происходит? Тут, блин, пчелы прям на базе бегают. Вообще нормально? Да, вообще, прикинь, каково нам будет весной. Да. Когда они будут агрессивные все. Да, стены с копей. Нахрена мне гниль с собой? Может, у тебя просто что-то протухло? Ну да, наверное, цветочки. Так, что у нас тут вообще происходит? Я уже только что ответил, почему. Взрослость, мужественность. Че? Да. Пауканы судьбы. Пауканы судьбы. Он же только что ответил мне, почему. Ну как же так? Был мне как брат. Ой, пойду сбегу с зарядами фонариков. Окружусь, ребята! Петух! Петух! Мочи петуха! Это хватило! Сейчас я пойду с батарейками сгоняю. Надо еще больше ульев. Знаешь что, строй где-нибудь подальше. На чем Милана тебя? Я строил. Ты! В том месте, где это можно было защитить. Иди в лесом. Да ладно, весной она все равно всех убьет. Наверное. Да нет, почему? Я не намерен умирать. Сейчас что вообще? Не, ну серьезно, представь, на нас будут весной на все время нападать эти пчелы. Я пойду путешествовать весной, ну как хотите. Не хочу быть искусным. Блин, я съел в эту кусочек света. Вы просто пользуетесь тем, что я постоянно сижу дома. Ты тоже можешь идти путешествовать со мной, например. Ладно. Убедил. Вообще, я не хотела сказать другой тонат, ну ладно. Ну ладно, просто говно. Ну, что-то у меня рассудка ни хрена нет. Сейчас вернусь на базу. Надо поспать и выспаться. Да, было бы неплохо, если кто-нибудь говно бы притащил. Ларован, отправьте, у меня Тунстар не отвечает. Ну, пускай Зуб притащит, у него палка есть, палка истины. Ого, Зуб, болит говно. Да я зачем нам это говно? У нас еще еды не хватает. Не, нам удобрять надо кусты, а то они это... Ага. Завялись. Бифала. Сколько дней там у нас? Так, мне надо срочно... Что у нас там по еде? Есть еда у нас? Я уже забыл. По-моему, я наготовил там тефтелек под конец. Да. У меня там много моих тефтелек. Мне бы тоже перекусить было бы неплохо. Здесь я две тефтельки возьму. Выкину нахрен обломки костей, не знаю. Его Fire Moon зашел в игру. Именно зашел. Да, зашел. Мы узнали ее страшные тайны. А где у нас битва-то? Слева? Или справа снизу? Да идите вы нафиг! Да что сразу мы-то? Это что? Битва справа сверху. Что такое? Справа сверху? Кива, это какая зона? Там маленький биомач. Подожди, а, ты же не видел енота кота. Енота, господи. Точнее, енота котенок. Лопа, какая прелесть, боже. Его можно погладить. Mm-hmm. Ой, Дэс. А, ты Варгус. Как я ты? Я подумал, кто это? Ударить, что ли? Как это ой, ребят. Это надо к логову пойти, и при этом нужно с собой кушать принести. Лопата есть, Фрост? Ой, нет. А, есть, окей. Вижу. Я буду сходить за ним. Он за мной ходит, типа, это мой зверек. Ну тогда буду ходить за тобой. Так, кстати, можно это еще, знаете, кого сделать там? Там это? Вообще много, да, там разные есть. Поэтому... Там можно этого петухана маленького сделать.
Боже мой, от него одни проблемы будут. Маленькую собачку можно сделать. Ну, собачка вообще легко делается. Боржонок. Маленького цербера. Маленького цербера. Да че, гончу. Маленькая еще диада. Маленькая. Блин, что-то я хавать захотел. В плане в реале. Так, а у нас нету нигде зарядки для этой, как его... Ничего. Я шляп. Мне все время хочется сказать для айфона, потому что у меня в классе постоянно... У тебя нет зарядки для айфона. А на этом, у нас на этой карте нет, короче, таких, знаете, короче, деревья, из которых ветки падают. А, вообще было парочку, но что-то, видимо, мы где-то посе... Ну, я еще где-то видел. Что? Их можно найти. Ну, они, по-моему, кстати, тоже зимой в смысле тоже не растут, по-моему. Так, что у меня есть? Так, клык гончий. Смотри, он уснул. О, боже, какая милота. Его, кстати, кормить еще надо постоянно. Да, он не умрет. Ну, он не умрет, да, ну, типа, это... Плюс он, типа, перенимает твой характер. Типа, если ты сражаешься, то он, типа, начинает быть агрессивным. Если ты, там, постоянно его кормишь, он ведет себя как... Там, отойди от него! Как жирный. Отойди! Чего отойди? Он спит. Ай, Дэс, я не могу, я сейчас просто приближу. Нафиг. У нас тут животворящий амулет себе скрафтил уже. Я его нашел на кладбище. Такой миленький, ё-моё, я не могу. Так, ладно. Не могу. Допустим, пуха у меня есть. Не могу. У меня нету брони. Ой, блин, нет, надо всё-таки пойти чё-то похоронить. Я сейчас приду. Тук-тук-тук. Я чуть-чуть ворону из клетки не достал. Ой, да. Боже, какой милый. Там тенчик классный, мне кажется. Чё там надо? Не, вообще драк... Шляпа? Вообще питомец драконьей мухи самый лучший, по-моему. Но его хрен получишь. А что эта шляпа даёт-то? Какая? Паучья шляпа. Паучья, а за пауки будут ходить, они тебя не атакуют. Ну, там и индюшонок. Индюшонка хочу. Кстати, можешь маленького гломера сделать. Как? А что, у нас убили гломера? Нужно, короче, одну слизь гломера и одну ириску, всё. Секунду, ребят, а у нас что, это... Как... Нет, гломера не грохнули, да он вроде живой. У нас была слизь гломера. Гломера не грохнули, все нормально тогда, всё, откатывать не надо ничего. Просто... Не, так, по-моему, ребят, один раз уже убивали. 46 шерсти. 48. Чё у нас по траве? У нас скоро зима, кстати. 3 дня до зимы. 3? Да. 3. Ненавижу! Так, ну, допустим, шапки у нас есть. Кстати, эти шапки неэффективны. Лучше поделать шапки из бифла делать. Они в 2 раза больше тепла сохраняют. Не, я узнал, если у него это соло играл. Почему-то мне сейчас кажется, что варпа больше Уцухи сейчас знает. Нет, он мало чё знает здесь. Так, чё мне надо? Он даже не знает, как Честера апдейтнуть. Апгрейднуть. Апгрейднить. Нет, такого не доходил. Да, бака. Так, где моя бритва? Тут где-то бритва валялась. Не валяется бритва? Я не видела нигде бритву. Или она у меня с собой? Сейчас Фрост вернется, его надо послать. А у нас есть эти рога бифола? Это очень грубо, конечно. Послать куда? За медом. Я думал, за какахами. Не, за какахами. Короче, ладно, я скрафчу себе это как-то у него. Новую бритву. Во-первых, сам... Во-первых, сам побреюсь. Так. И корми, баба, и Уцух. Что? Ладно, я думаю, травы у нас достаточно, более чем, да? Блин, у меня брони нет, хотя ладно. Блин, ну не, ну... Типа, чтобы модную каску сделать, нужна броня. Вот я не знаю, чем мне сейчас заняться, что мне делать? Так, сделай мне деревянную броню, я сбегаю, покурю пока. Иди, голосуй. Да иди ты! Иди в жопу, Уцуха! Ты еще будешь мне броню делать, или я сам сделал?
Да, сейчас сделаю. Все, давай, я быстренько покурю. А, Милан, тогда вопрос, а в чью? Твою? Да иди ты в жопу! Достал! Достал меня! Что? Это тебе не нравится, бака? Подставь меня! Я еще к тебе не приставал. Встань! Чёрт! Видишь, какой я плохой, да? Отстань! Всё, пойду покурю. Чего, когда-нибудь ты поймешь эту страшную тайну? Какую страшную тайну? Страшную тайну, чтобы тебя не троллили, тебе не надо задавать глупые вопросы. Типа, какую страшную тайну? Иди в жопу! Вот именно, твою, окей. Запарил! Мне в баню. Я траву собираю. Собирай! Траву он собирает. Можно спросить, что тут происходит? Милана, я просто не представить, но я эти крики из наушников слышал даже на кухне. Так, все, что там? Не все равно. Броню. Дала мне уж? А что, кончили, что ли? Почти, сейчас. Мне надо бифу пойти запинать. Зачем? Чтобы каску модную сделать. Каска бифала дает 240 сопротивления к холоду. А обычные шапки, что мы делаем, всего 120. Ну, блин. Этот есть хочет. О, спасибо, я пошел. Ты куда пошел, Ван? Бифлы, ну, говно собирать. Тебя нет, извините, тебя не вынесут нафиг. Слушай. Да, они очень жесткие. Их там очень много. Слушай, надо просто выцепить одного и запинать его. Я уж так делал сегодня утром. Одного тронешь, на тебя же все толпа. Он может отбежать. Тренировался. Я сегодня утром, короче, в 3 часа ночи проснулся, у меня отрубили интернет. И я играл в Soul of Don't Surf и дожил до зимы. Вот там гончие идут. Почему это гончие? Я посадил только травяного дикона. Их до хрена. Ваша ж мать. Ой. Ты так прикольно разгонять? Да не, вы не представляете, у меня сгорел рюкзак. Сгорел рюкзак? Да. Это как? Короче, я убил горящую гончую, вытянул рюкзак, чтобы подобрать броню и... Там что-нибудь было ценное? Вообще да. Можешь кто-то подойти и забрать мой шмот? Или привезти мне рюкзачок? Сделать. Я тут, короче, слева. Неподалеку. Погоди, а чё было в рюкзаке это ценное? Ну у меня там зонтик, ТМОш, Энтер, мясо, мос, там селитра. Сделать тебе рюкзак? ТМОш, Энтер, да. Серьёзно? Да, лол. Ой, сейчас. Что ты без меня делал? У тебя всё сгорело? Просто. Да ничего мне не сгорело. У меня рюкзак тоже сгорелся, у меня всё вывалилось. Из рюкзака вывалилось? Да. А, я понял. Ну я сейчас подойду, где у меня лампа? А, у меня факел. Ну я там прям. А ты куда, ты налево ушел? Да, просто по дороге. Всё, я сделала. Просто по дороге налево, я тут в паре метров. Что ты сделала? Я сделала рюкзак. Что? Подожди, а ты разве сам-то не можешь рюкзак сделать? У тебя не изучен рецепт, что ли? Думаешь, у меня есть ресурс на него? Не знаю, там чего-то. Да это надо бежать до алхимической машины. А, я мог сам сделать, ой, извиняюсь. Ну, Ланька, блин, ну... Я рюкзак делала. Ладно, давай я уже тебе сделаю, раз я пришел. Ну, блин, ну... Благодарствую. Ну, ладно. Надеюсь, её енота кот не съест. Блин. Вопс. Да, неприятно. Ладно, я обратно пошёл. Давай. Трава сюда... Кто-то очень хорошо так убивал енота котов, я смотрю.
смысле? В любом смысле. Мы просто убивали одного енота-кота постоянно, или даже двух, которые... У нас просто рядом было два респауна, а они все время приходили к нам на базу, либо что-то потырить, либо вара. Я не помню, они возрождаются очень редко же. Ну, редко, но постоянно. Ну, тягонщик. Тишина зайца. Они тут что, прям поселились у нас? Все, деревья это, уже листву сбрасывают, сейчас холодать начнет. Зайцы такие же, как свиньи, что ли? Да, только они будут на тебя атаковать, если у тебя есть мясо в инвентаре. Кстати, я с удивлением узнал вчера, что, оказывается, можно охлаждать термокамень в холодильнике. Ого. Иди сюда, говно, я тебя запинаю, я тебя уничтожу. Убью всю твою семью. Так, ладно. Все, убили гончу, идем дальше. Кто побрил бифово? Я. Понятно. Так, а гуана это не то, да? Ну его тоже в качестве удобрения можно использовать. Не, это она используется точно так же, как и удобрение, по сути. Не, ну лучше все-таки. В том как... плане, что его в рецептах нельзя использовать. Да ё-моё, не знаю. Сейчас. Блин, как же ужасно играть пауканом. Я сегодня играл этим, в UVX, что-то там, да? У него рассудок вообще не тратится, а тут, блин, просто у меня каждая секунда тратится рассудок. У нас угля! Угадай, откуда? Да, это потому что я поджег лес, который справа. Ты поджег. А, ребяточки, вот я тут вижу приготовленную мандрагору. Это не я. Да, вот мне очень интересно, как придурок это сделал. Так, надо найти одинокого бифа. По-моему, это тот, который... Блин, нашел лунный камень, но извиняюсь, у меня нет места пришел. На него. Чё-то он был с нами на этом сервере, правильно? Окей. Ну вообще да. Так, надо где этот одинокий бифа? Потому что мне бифа? Сказали, что ее готовить и жрать не надо. Я не стала. Ее можно приготовить делать. Как очень хорошую еду, которая тебе почти восстановит вообще все параметры нафиг. Это одна из самых лучших пищ, которые это. Но они не появляются как таковые. Вот из-за этого возникает достаточно много проблем. Четвертое яйцо, вы серьезно, ребят? Ну а чё? Там есть целая ферма этих яиц. Вы вообще собираетесь с ними что-то делать? Нет. Да чё, из них только еду приготовить и всё. О, выращивать? Маленького? Ну блин. Нет? Маленькие бифлы бегают. Правда, они нафиг не нужны, но выращивать можно. Что-то я тут не вижу этих бифов, таких одиноких. Сейчас надо найти кого-нибудь, знаете, который заблудился от стада. Или сжечь их всех. Ты знаешь, кого позвать для этого? Так, о. Я вижу одинокую жертву. Одинокая жертва, идите ко мне. Сейчас надо одеть броню срочно. Одеваем броню. Иди сюда, говно. О, нет, они согрелись все, убегаем. Убегаем по дорожке, убегаем. Может, кстати, один останется, я его запинаю, главное не забыть, где мой рюкзак. Блин, у меня фонарь-то в рюкзаке есть, чё. Маленько. Плохой план, плохой. Возвращаемся. И тут летучие мыши какие-то летают. А, тут это, рядом пещера. Где ж ты мой одинокий бифло? Мне послышалось, Милан, тут рядом пещера. И как же сложно-то. Да, здравствуй, Джокер, бро. Что-то давно я не был у тебя. Ну да, давненько. Хотя, знаешь, когда каждый день стримишь, ну практически, то типа, ну... Это трудно, судя по времени. Кого я нашла? Кого-то там нашла.
Коала-слона. Коала-слона. Ага. Не, а где ты, Милана, скажи? Я ниже от базы, наверное. Угу. Подожди, сейчас посмотрю. Где да, что? Я ниже от базы. Где бы найти одинокого этого, вот, короче, вы поняли кого. Просто надо прибить его. А летучие я мыши пытаюсь. Агрессивные? Ой, что-то а, они... тебе надо завести. Я могу укола слоном это самое занять. Что там так эти давай, я тебя жду, типа. То в зону летучие мыши бегают. Не, чё я останемся ему без шапки, по крайней мере, я не могу найти одинокого бифала. Найти вот такую классную модную шапку. Но она не очень красивая шапка так-то. Лайнг. А где? Я ниже от базы. Я бегу вниз, тебя не вижу. Так, смотри. Где? Левее? Вниз и влево. Ну а нам трава не нужна, я думаю. Нам нужна. Трава? Трава не будет расти. Да. Не, ну понятно, вы ж, ну у нас же там весна была, там этой травы нас собирали, мне кажется, как грязь. Нет? Ну вообще да, еды хрена. Нам нужны какаки. Так. Блин, сломал мне. Это я смотрю, Дон Стёр начал стримить. Ну да, я тут это. Иногда перерывов между лайцом играюсь. Голодаю. Не, ну да, ну как бы, ну, все-таки. Когда каждый день стримишь Лигу Легенд, то она, типа, начинает надоедать, и, как бы, выбирая между тем, чтобы не стримить ничего или там это, покопать. Уж я покопаю. Так, надо лампочку врубить. Блин, где моя лампочка? Да не знаю, что-то я не могу найти ни одного одинокого бифла. Я думаю, шкура бифла нам тоже не нужна. Что-то я не знаю, пошел ну, это. Ладно уж, господи, забей на этих бифлов. Ладно. Хотел сделать модную шапку, показать, что я сильный. Ну что пошло не так. Ты никого не оставил? Да он придет. Он вообще бессмертный. Кто я? Котенок. Что, пошутил? А сколько человек? Ой-ой-ой. Сколько со мной человек? Со мной где-то еще трое. Ну подожди меня! 4 градуса. Да давай, не, вот следуй за котёнком. Со мной 3 человека. Прям как у меня сейчас на улице. Frostfire. Он идёт за тобой. Уцухо и партнер. Партнер по имени это, Киева Фаермуна или Милана. Вообще Оками, ну ладно. А, Оками, ну ладно. Немного имен. Немного, я просто поменяла никнейм, но все продолжают меня называть Кивой. Ну, у тебя в игре называется Кива. Потому что я зарегистрировалась в Тиме перед тем, как поменять никнейм. А. Ну хорошо, давайте называть ее не Кива. А Бака. Утюха. Утюха. Короче, так. Утюха. Пыцу. Чё-то я и говна что? Не собрал нормально, собрал это кусков. Чё-то там. Нафиг ты меня запарил уже. Что с ним? Приступ. Тебе кто вселился? Зайди, демон. А где? Ладно, сейчас сделаем. Блин, я из-за часика не очень вижу это. Свой рюкзак, ладно, надо собрать лепестки, восстановить себе рассудок. Ты можешь сделать шляпу? Нет, я пошел со свиньи бить. Что Парту это? Далеко от базы? Ты имеешь в виду боевую? Не, я скоро да. приду. Что это было? Это был смех одного из так, сейчас. Это наших тогда мне... товарищей. Ну вы сами не поняли, что это такое. Иди, голос. Иди, это было что-то жесткое. Изыди, пожалуйста. Злые вы! Там зрители думают, что в тебя селились демоны. И не только зрители. Мы все думаем, что в него вселились демоны. Так, ну, чё у меня... Так, мы не сомневаемся, что в него вселились демоны. Чё, ветку, что ли, собрать? Замуровали. Атаковать перчика. Перчик, иди сюда. Чё сюда за... я тебе сказал, перчик. Перчик. Перчик? Свинья зовут перчик. Чито. Чито. Чито Маргарита. Трава. Я бы сказал, как мне надоело уже то, что эта скотина постоянно мне дает всякую хрень вместо кожи.
Ну и чё, я тебе сейчас это говно принесу. И так два голоса в голове, а тут ты еще. Ой-ой-ой, тут это какая-то высокая птица входит. Нет, это не мой друг, явно. Причем около нашей базы прям. Надеюсь, вы их тут не выращиваете, а то мало ли. Я не могу, это такая милота. Он есть хочет, покорми его. Так где наш этот заказчик? Чем? Кому говно? А чем хочешь? Кому говно? Наверное. Я не могу. Товарищ Уцко, вы где? Да, блин, то есть это только я, что ли, могу? Ланька, все, я был. Я это принес 16 кусочков каках. Я полезен. Грибом жареным. А тут еще ты добрый. Ну, понятно, наверное, только ты можешь делать. Так, еще что-то надо заняться, как, не знаю, три кусочка мяса монстра, надо их приготовить. Сейчас зима будет. Зима близко. Фар. Да. Чё? Обрейся. Да. Ой, я бритый. Вот эти, тут олени ходят, ребята. Я гладкий, как стеклышко. Не, аж компьютер символизирует. Вот, нашла. Олени? Да. Олени? Так, олени. Сейчас, секунду, я поправлю чатик, а то он мне все-таки закрывает немного мой рюкзак. И к черту олени. Смотри, олень. Олень. Олен. Подходи, покупай говно качественное, свежее. Не, это раньше было моё этой. Блин. Моим основным занятием. Обязанности по сбору говна. Ребят, когда я их когда я убиваю свиней, походу с них вообще не выпадает теперь кожа. Никогда. В жизни. 17, Карл. Спасибо. Просто. Я буду еще много еды. Что? Я так, ничего. Фруст. 17. Хруст. Труст. Хруст. 17 кг. Хруст фаер. Так, все, сейчас вернусь. Просто у меня чай-чатик. Не грусти, пофрости. Хрусти. Принять, назад. Продолжить. Так, все. Пока надо погреться. У нас, кстати, все, сейчас зима начинается, пора шапку одевать. Это и отправляться в путь. А, у нас еда есть еда. Да, еду нетрудно найти. Но легко потерять. А, Фрост! Фрост! Александр! Че яд сразу? Я хозяйством занят. Блин. Чатик взял, пропал. Че? 16 мяса на сутки. Точно, я забыл врубить там режим поверх всех окон. Вах, мимо не проходи, только сегодня, только сейчас скидка на говно. Так, план, по версиях окон, все. Отменить, принять изменений, все, чатик есть, так, стоп, продолжить. Вот, там моя женушка проходит, привет, Абигейл. Господи, я уж подумал, ты опять... Ты сказал, что три человека, ну тогда. Ну, ты три человека, не считай меня. Ой, я всяк взял. Ну, не считая там еноты котят, там всяких вот этих ребята, жуков. Никто не брал себе на питаю случайно. Питаю, нет, я. Я брал, но я их обратно положил. Красивые глазки у кого? Так, что за говно у меня с собой? Так, эти копья. Ну там было 5, я взял 2, посадил. Там я наверху 2 грядки поставил. А, 2 грядки, все, я. Камни, вот, 22 жала. Блин, подвинь, это ты. Клыгончий. Не знаю, там сами разберетесь, кому там что надо. Ты все ближе. Ты можешь ждать Гломера. Бревно, кирка. Чё там? О, блин, надо шапку одеть. Где там? Вот, идеально. Нет, не идеально. Вот так. Нет, ну. Дождевик. Всё. Так. Все, беру себе 100% шапочку, как... Жри, птица! Как настоящий главарь. Подбираю термальный камень, который... Не, а чё термальные камни они, блин, это... Они уже все сухшие, вот, 100% нашел ща. Пойду прогреюсь уже, вот первый день зимы. Правда, сейчас, по идее, гончие придут. Ну, если гончие придут, мне очень плохо, потому что мне нечем, мне хилиться надо. А тут... Придут гончие, тогда я отсоединяюсь. Потому что мне отойти надо. Ну, мы не знаем, придут они или нет. Да мне все равно потом зайду. Я сейчас. Так, женщина, ой, точнее, партнер покинул нас.
Да я ненадолго! Что и добивались. Хитрый план. Так, кто-то там говорит на стриме, что у нас это поленья воруют. Кто поленья ворует? Не знаю. Покажись. Я иду к свету. Там подарок открою. Ладно, откроем спасу. Подарок. Что там мне выдадут сейчас? Новые шмотки. Так. Блин, рубаха в клетку. Ну ладно, отложить. У меня и получше рубашка на мне. Она такая это гламурненькая. Розовенькая. Так, ладно, просто, короче. Надо распределить все по этим. Пушка у меня есть, кремень я сюда положу, куски мяса я положу в холодильник, надо за них что-нибудь приготовить. У нас эти, там шишки есть? Или можно... Есть, 16 штук. Не свежее мясо монстра, но я думаю, из него мы сможем все равно что-нибудь нормально приготовить. Ну, в принципе, я думаю, меда у нас до хрена, или он зиму не растет? А где у нас Честер? А мед вообще протухает, нет? Честер, вот тут вот внизу, вот здесь, вот в этой позиции. Окей. Okay. Ой, моя мерзну. Так, я сейчас могу еще. Да, могу. Блин, я сейчас это, мне кажется, надо было сюда пожарить мясо, то я сейчас монстр лазанью сделаю, а не это. Питаю отсюда не собирайте, потом будет. И сейчас и мед не собирайте тоже. Что он будет на всякий случай висеть. А так, блин, это ты так микро говоришь, а я думаю, у меня наушники то в левое ухо, то в правом. Не знаю. А что, как я говорил? А, кстати, Вар, да, я почему-то на последней записи по вот этому Don't Starve заметил то, что там иногда звук скачет слева на правый динамик и иногда нормально, типа по центру. Ну, я не знаю, может это из-за скайпа? Без понятия. Понятия не знаю. Я сначала подумал, что это на записи, но сейчас, поскольку кто-то там сказал, что это, типа... Ну, я не знаю, ну, типа, в League of Legends все нормально, нет. Или может, типа, когда музыка, то это незаметно? Без понятия. Это я уж точно не скажу. Вот, это тоже так же фигня, то в левое ухо зуд, то в правое. Ну не знаю, может это типа зависит, ну, чувствительный микрофон, поэтому я говорю то туда, то сюда, и поэтому, ну, вы поняли. Не, там знаешь, там как будто его переклинивает, типа, и он это... То в одно место, то в другое. Не знаю. Из чего это зависит. Может, где контакт отходит или что-то такое. Не знаю. Где? Ну, в проводе. Там провод очень широкий. Так. Где у нас паутина? Нет, что ли? Все? А, вот. Йо-я. А у нас не было арбуза, кстати, в холодильнике? А, нет, да? Ты же его на шапку порезал. Или, может, я говорю, то слева, то справа. Можно было бы это... Микро сколько? Он выпендриться и сделать эти мороженое, хотя нам зачем зимой. Микрофон у меня месяцев 5. Так что, ну, я думаю, сдохнуть не мог. Ну да, это вряд ли. Так, бифалы опять обросли. Ну что я могу вам предложить? Предлагаю сейчас вот подготовиться и снова пойти по этим зубастикам. Или как их там? Каким зубастикам? Да, можно. Чё за зубастики? Да, эти моржи или как они там. А, зачем? Чё они дают? Мясо? Бивни нам нужны. Для разных. Бивни и вот эта вот шапка, вот эта, с которой ты постоянно ходишь. На рассудок, который. Чё-то гончие не пришли. Или они не должны были? Но звука не было, по сути. Да они вроде и не шли. Да всё, обман. Я выберу мётное место. Чё там у нас? Почти готово. Медовые наггетсы.
Не, ну я потом гляну после стрима настройку ОБС, может там, да вряд ли, ну типа... Нет, это скорее всего потому, что я, знаете, могу там то слева, то справа говорить, вот у меня микрофоны посылают разные эти... сигналы. Сложно ты здесь. Только, кстати, жал у нас. Проверь микрофон, а как я его проверю сейчас? Я могу открыть настройки ОБС, настройки. Аудио. Каналы стерео. Могу каналы моно поставить. Ну, кстати, как вариант, можно попробовать моно поставить. Применить. Он может тупить со стерео. Ща. Перезапущу трансляцию.